Привет, ребята и девчата! Сегодня у нас в поделках золотая роза. Это из бросового материала, из фольги и москитной сетки. Нам понадобится диск, бусинки, клеевой пистолет, бисерная проволока, чтобы делать вот такие веточки, ватная палочка и москитная сетка. Вот это все мы бы просто брали и выбрасывали. А мы сделаем красоту, чтобы кому-нибудь подарить. Вот у меня подошло на крышку от банки кофе Нескафе. На 14 февраля будет чудесный подарок. Берем обычный фантик от шоколада Аленка. И клей ПВА. Чтобы сделать розочку, лепестки, здесь белая сторона. А мы будем... И она не очень прочная фольга. А мы будем это приклеивать на клей ПВА. Сделаем двойную. С двух сторон. Выглядеть это будет вот так. Вот. Теперь это все нарезаем на полоски. Чем больше нарежете полосок, это будут лепестки абсолютно любого размера. Маленькие, большие. Далее сгибаем гармошечкой. И вырезаем лепесток. Вот получились. Берем ватную палочку и одностороннюю фольгу. Это будет серединка. Далее берем наши лепестки и с помощью клеевого пистолета приклеиваем. Как вам нравится, так и приклеивайте. Ну, собираем розочку. Сначала маленькие лепесточки, потом большие. Я думаю, понятно. Теперь на квадраты нарезается москитная сетка. И по двойную нужно взять. Одинарная она слишком бледная. Свернули пополам, а потом еще так и вот так. И подклеили под розочку. Пусть раздваивается, это очень даже будет симпатично. Тоже, думаю, понятно. И из бисерной проволоки собираем вот такие вот бусинки, веточки. Когда розочка будет готова, нужно пинцетиком аккуратненько закрутить ей лепестки, придать объем. Я посадила на диск. Вот обычный диск. Лучше, конечно, когда он будет серебряного цвета, этот синий. Вот посмотрите, как гармонирует с крышкой от кофе. Замечательная роза. Это все, девочки, можно было просто выбросить в мусорку. Вот так это смотрится замечательно на золотой банке. Такой чудесный подарок. Говорите своим любимым: я люблю тебя, почаще. Пока-пока.